Друзья, приветствую! Я Юля Быкова, онлайн-университет дизайна интерьера d -Skill. Мы учим успешных дизайнеров интерьера с нуля до денег. В видео про вечно актуальный интерьер я затронула тему размещения розеток, света и соответственно эргономики. И как стало заметно по комментариям, тема размещения розеток для вас очень актуальна, поэтому сегодня я рассмотрю розетки, которые чаще всего забывают. И запомните, если у вас в квартире появился удлинитель, то дело плохо. Рассчитать розетки правильно у вас не получилось. Как-то не по себе от этих картинок? Пожалуйста, не делайте так, не разбивайте сердца дизайнеров. А чтобы проблем с планированием не было, рекомендую сразу на стадии планирования ремонта обратиться к дизайнеру или отучиться на него самостоятельно. Кстати, у нас есть бесплатный двухнедельный курс по дизайну интерьеров. Ссылка будет в описании. Начну с приятных розеток, которые лично мне сразу дают настроение. Друзья, это розетки для фонариков на елку и гирлянды на окна. Елк на Новый год – это отдельный ритуал для нас, поэтому место для елки и, соответственно, розетки под гирлянду нужно закладывать сразу на моменте планировок помещения. Но классическая пушистая елка занимает всегда много места, что могут позволить себе далеко не все квартиры. В маленьких квартирах и студиях можно выйти из положения, запланировав условную елку-декор на стене из фонариков или отдельно стоящую, но плоскую елку. Из фанеры также сейчас можно найти огромное количество интересных моделей. Постоянным остается только одно. Для нее всегда нужна розетка. Для гирлянд на окна заложите розетку сверху, около гардина, так как обычно провод у таких гирлянд довольно короткий. И продолжая тему розеток около окон, скажу про розетки в откосах. Это актуально для оконных проемов с широкими подоконниками, на которые можно поставить, например, технику, очиститель или увлажнитель воздуха. Многие и не задумываются, что можно так использовать пространство подоконника. Что да ты говоришь? Различные гаджеты вообще стали играть сейчас огромную роль в нашей жизни. Кроме розетки для очистителя воздуха, часто забывают про розетки для пылесосов. И тут два момента. Если у вас уже есть, ну или, например, планируется робот-пылесос, то предусмотрите для него розетку снизу на стене от пола примерно сантиметров 20, чтобы можно было установить базу для него. Можно рассмотреть вариант его размещения в прихожей в полке для обуви, рядом с входной дверью. Также постарайтесь вывести весь пол в квартире на один уровень, потому что шагать через пороги у этих ребят пока еще ну, не очень получается. Если говорить про вертикальный подвесной пылесос, то тоже продумайте места, где он будет висеть и заряжаться. Чаще всего в своих проектах я размещаю их в шкафах, в коридоре или же в гардеробных. Также часто в шкафы прячут роутер, и для него тоже нужно предсмотреть розетку обычную и также розетку под кабель интернета. Иногда даже, кстати, нужно две розетки обычных. И ведь согласитесь, это некрасиво, когда весь интерьер выглядит опрятно. И тут что-то маячь. Черная коробочка не самая красивого роутера. Часто для роутера даже выделяют отдельную полочку и выглядит это странновато. Бррр. Также в коридоре логично разместить дополнительную розетку рядом с обувницей, чтобы можно было там расположить сушилку для обуви. Особенно это актуально для семей, где есть дети, которые обожают прыгать по лужам. Так что осенью и мокрой зимой сушилка для обуви – это актуальный гаджет, как никогда. Перейдем в ванну. Тут чаще всего забывают про розетки под сушильную машину. Даже скорее не забывают, а просто не планируют, что будет еще и сушильная машина. Иначе говоря, если даже есть маленькая капля вероятности, что в ванной будет сушильная и стиральная машины, то запланируйте сразу еще одну розетку. Часто их располагают в одном шкафу пенале. Но стоит отметить, что иногда размеры ванной комнаты не позволяют расположить сушильную и стиральную машины, и их переносят в кладовую или, например, в гардеробную. Это тоже стоит планировать до начала ремонта на этапе планировок. Кстати, про гардеробную. Подумайте, где будете гладить вещи, где будет располагаться гладильная доска. Розетку для пользования утюгом тоже стоит прочитать. Также существует вариант откидной гладильной доски, и в эту нишу сразу можно спрятать розетку для утюга. И вишенка на торте – это розетка для бойлеров. Многие задумываются о нем только, когда отключают горячую воду на две недели, и появляется резкая необходимость в нем. Лучше сразу продумать этот момент и заложить дополнительную розетку под бойлер. Отдельно хочется сказать про вывод под подсветку зеркала. Да, это не розетка, но важный момент планирования, тем не менее. Про это вообще не помнят, а потом пытаются придумать решение с батарейками ну или с чем-то прочим. Ну и святое правило розетка около раковины для фена, электросчетки и бритвы как, например, это сделано у меня. Если говорить про кухню, то часто забывают про розетки под измельчители, под вытяжки, да, и для обсудомышленной машины. Тут сразу уточнение. Даже если у вас нет сейчас этой техники, подумайте, планируете ли вы ее потом к покупке. Если есть хоть небольшой процент вероятности приобретения дополнительной техники, заложите под нее розетки. И если мы говорим о кухне, конечно, очень важно упомянуть сначала про рабочий треугольник. То есть мы берем продукты из холодильника, сначала их моем, а потом уже продукты у нас проходит тепловую обработку. Ну, перед тепловой обработкой, конечно, нужно место для того, чтобы можно было разделать э, пищу. И здесь у нас рабочий треугольник э, довольно небольшого размера, но было такое пожелание от хозяйки, чтобы с левой стороны было как можно больше пространства, где она могла готовить. То у нас по розеткам, конечно, не следует забывать про розетку для микроволновки. Она у нас находится сверху. Здесь у нас колонна выделена специальным элементом. С правой стороны находится холодильник, и с левой стороны колонна с микроволновкой и духовкой. Розетка для духовки у нас находится снизу. После я покажу вам розетку для холодильника. Находится она за холодильником. Это не всегда удобно. Иногда розетку для холодильника переносят с левой стороны. Можно поставить, например, ее рядом с розеткой для духовки. То есть тогда можно будет отдельно, например, вытащить провод. Но чаще всего на данный момент просто холодильник ставят на отдельный рубильник. Следующая розетка, это розетка для посудомой Здесь очень важный момент, что за посудомойкой нельзя расположить розетку. И нам очень важно помнить про этот момент. Лучше ее располагать, например, в соседней секции, либо в цоколе, например, про посудомойку не все хозяйки сразу, когда приобретают кухню, сразу приобретают посудомойку, но иногда бывает так, что под нее оставляют секцию. И, конечно, если мы оставляем секцию на будущее для посудомойки, нам важно предусмотреть, и куда эта посудомойка будет включаться. Конечно же, розетка для вытяжки. Тетка для вытяжки может располагаться здесь, может немножко левее, может быть немножко правее, опять же зависит а, от а, того, какая у нас будет вытяжка в том числе. И э, могу сказать, что то первично, когда мы разрабатываем проект, мы э, ставим розетки э, более, э, так скажем, условно, чем итоговый вариант. Потому что итоговый вариант размещения розеток возможно только тогда расставить, когда у нас есть итоговый план кухни. Подобрано все, включая и технику тоже. И тогда уже, как правило, это все-таки делают именно кухонщики. Они выдают электрику. Либо, э, если такая ситуация возникает, то, возможно, потребуется помощь дизайнера, да, и расставляет он. Но обычно все-таки именно кухонщики выдают нам итоговый а, вариант. Поэтому очень важно до заказчика это донести, что чем раньше у него будет проект кухни, тем а, точнее будет а, размещение электрики. И, наверное, самая неожиданная розетка, про которую даже не думает эта розетка под гаджеты для домашних животных. Фонтанчики с водой и автоматическая подача корма требуют отдельной розетки. И если у вас есть рыбки, улитки, для их аквариума тоже нужны розетки. Если про неожиданные места мы уже поговорили, то предлагаю затронуть тему очевидного. Рядом с кроватью, около прикроватной тумбочки, размещайте минимум две розетки. Одной будет недостаточно, поверьте. Телефон, часы, наушники. Мы привыкли ставить гаджеты на зарядку ночью, когда они нам не требуются, и особенно удобно, если они располагаются рядом с кроватью. И важно, уточните высоту тумбочки у кровати. Исходя из ее высоты, рассчитывайте высоту розеток. А то постарайтесь, количество рассчитайте, а розетки попадают за прикроватную тумбочку. Все забытые розетки и проблемы, связанные с ними, возникают чаще всего при самостоятельном планировании. С дизайн-проектом такого не будет. Дизайнер интерьера сразу на этапе планировок сможет рассчитать необходимое количество розеток и выключателей. Именно в этом есть ценность дизайнера, за которую дизайнер получает, конечно же, деньги. Итак, с вами была Юлия Быкова. Ставьте лайк, если было интересно. Пишите в комментариях, про какие розетки забывали вы и подписывайтесь на наш канал. До встречи! Розетки тоже нужны для них, для рыбки, для улитки. Рыбки улитки это вообще.